Япония направила официальный протест России за присвоение названий безымянным островам Курильской гряды. О протесте заявил генсек Кабинета министров страны. Говорит, действия России неприемлемы и противоречат позиции Японии. Эта страна давно претендует на эти территории. Накануне Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий 5 островам Курильской гряды. А с такой инициативой ранее выступило Сахалинское отделение Русского географического общества.